Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в третий Resident Evil в версию GameCube на харде, челлендж пешком. Так, ну и сейчас будем покидать полицейский участок. Две стадии Немезиса с ним справились, собираем пистолет. Да, в конце серии у нас, помните, был глюк какой-то случился. Ну это, наверное, поменьше надо заходить в эту меню настроек. Но как-то нестабильно работает. Так, убираем, как его, который создает патроны. Зарядное устройство. Также ленту можно пока убрать. Камушек. Потом возьму магнум. Так, надо патрон взять на пистолет. Вот этот пистолет, наверное, тоже дострелять по возможности. Так, не знаю, может нож взять вместо дробовика. Нужно ли мне вообще? Хотя там этот будет, как его? Хрень. Ну, не химера, как его? Дрей Деймон. Так, ну что ж, будем покидать, значит, полицейский участок. Так, тут мне надо успеть выйти. Зомбы-то никуда не делись. А, ну в принципе, да, проход свободный. Никаких проблем. Так, в этой серии мы встретим... Сразимся в третий раз с Немезисом. Но нужно сделать определенный выбор. Либо это делать с Карлосом вообще, тогда ты лишишься двух красных трав. Либо одному с ним сражаться, но это... Это будет сложно. Это большие затраты по лекарствам. Вот. Наверное, я все-таки не буду рисковать. Сразимся с Карлосом. Ну, посмотрим. Так, сейчас взяли отмычку. Откроем дверку впереди. Так, и отправляемся далее. Здесь сейчас возьмем еще у погибшего наемника патроны. Ну и на обратном пути здесь будут тоже Дрей Деймоны. Вот. Ну, записку не обязательно читать. Сейчас у нас собаки впереди. И вот на собаках, я думаю, сэкономить может лучше всего. Так, ну сюда мы еще вернемся позже. Тут, кстати, могло бы быть сейчас три зеленых травы вместе с синей, но, как мы видим, ничего нету. Значит, она в другом месте будет, скорее всего. Идем дальше. Так, ну где ты? Вот он. Ауч! Вот это вот плохо. Ну ладно. Надеюсь, она одна тут. А, тут их две, блин! Вот это уже хрень. Да. Что-то я думал, что тут одна. Ну ладно.
Давайте сюда, песики. Так, что там у нас? Один патрон остается. Так, ну и дорезаем ножом. Есть. Так, посмотрим, нет ли тут у нас ленты. Нет, наверное, тут ничего нету. А вот коробки. Нет, тоже ничего. Ну ладно, берем пистолет. Идем дальше. Сейчас еще одна собака будет. Ну давай, беги сюда. Ох, удачно я так уклонился. Готовы. Так, сейчас возьмем у тела наемника очередного порох. Желтый. Так, ну идем дальше. Впереди у нас еще будут две собаки. Так, а вот тут я, может, и двоих сейчас смогу ножом дорезать. Ага, получилось. Ну что ж, идем дальше. Можно, кстати, сразу из машины вынуть провод. Кабель. Так, ну и сейчас будем, можно будет сделать еще сохранку. Берем патроны на пистолет, тридцаточку, ленту. Так, там впереди еще сейчас три собаки. Так, вот этот надо пистолет можно скидывать навсегда. У меня есть порох Б. В теории я бы мог сейчас сделать еще патроны на дробовик. Наверное, не стану. Так, отмычка, нож. Может и поможет, конечно. Ладно, возьмем ленту. Возможно, тут вообще сейчас дробовиком надо пользоваться. Три собаки. Опасное место сейчас будет. Берем ленту, сохраняемся. Парковка. Так, ну кабель пока можно убрать с отмычкой, наверное. Хотя нет, отмычка скоро пригодится. Так, тут, по-моему, сейчас лучше всего взять дробаш. Три собаки. Отлично, двумя выстрелами положил их. Вот в первом резиденте я бы сейчас бы тут много потратил дробашных патронов, но вот в третьем они исправили это. То, что дробаш мало уронов наносил именно собакам. Так, ну а сейчас эта хрень будет, новый враг. Грей Дэймон. Так, мне его убивать только. Если нет. Так, ну, наверное, придется сейчас взять дробаш опять.
Так, ну два выстрела еще я потратил. Так, другого убивать я вообще не хочу. Я беру у этого наемника порох и уходим отсюда. Мало того, что тут еще потом они респаунятся в этом месте. Так, ну сейчас у нас выбор. Либо следовать за Карлосом в ресторан, либо идти в редакцию местной газеты. Так, и тут вот есть две травы. Ну, давай возьмем пока одну. Так, в ресторан, конечно, можно пройти, но мне место нужно. Места у меня нету. Так, а там сейчас будет коридор с зомбами, его надо расчистить. Так, башку снесли первому. Где тут остальные? А, вот. Отлично! Двойной дабл килл. Так, кто там еще? Ой, ты тут. Один из угла повернул. Не, ну тут прям вот повезло сейчас на хеды. Головы слетели. Быстро. А, еще один остался. Давай, Джилл, сноси ему. Чайник. А, во, все, готов. Так, ну что ж, зайдем в комнату сохранения. Возьмем патроны на дробовик. Также здесь есть рукоятка. Так, ну нож я, наверное, пока уберу. У меня есть порох А, есть порох Б. Я бы мог сделать гранаты. Но у меня нет пока гранатомета. Смысла в этом немного. Поэтому, наверное, лучше будет сделать патроны. А, кстати, в ресторане может еще порох быть. Да-да-да. Сейчас пойдем тогда в ресторан. Я пока дробовик, наверное, уберу. Место нужно освободить. Ну, надо вернуться. Вернуться, все забрать. Траву там. Камень пойти вставить. Но все-таки я хочу встретиться с Карлсом не в ресторане, а в редакции газеты. Но там дать бой не Мезису, а не прыгнуть в окно за травой. Именно вот так я хочу. Я так редко вообще играл, наверное. Очень мало раз. Так, во-первых, откроем вот эту отмычкой. Возьмем лом. Но пока не будем вскрывать крышку люка. Посмотрим сейчас, что у нас тут есть. Здесь может быть порох, а может и не быть. К сожалению, нету здесь никакого пороха. Значит, он будет в другом каком-то месте. Ну ладно. Возьмем тогда зеленую траву.
Возьмем синий камень. Так, ну и да, наверное, я тогда сделаю. А хотя, может, в редакции почты быть, типа, это, порох. Но мне там уже сражаться надо будет с Немезисом. Так, сколько у меня патронов? Нет, я, наверное, сделаю все-таки сейчас. Отмычку можно уже убирать, в принципе. Пистолет. Пистолет. Не знаю, кстати. Вообще, он скорострельный. Ну, наверное, пока я лучше уберу его, возьмем дробаш. Делаем патроны еще себе. Так, камень берем. Лом можно убрать, в принципе. Травы оставляем. Так, у меня есть два спрея. Там еще один будет, я помню. Может, мне двух зеленых хватит? Трудно сказать. Так, зарядное устройство брать я не буду пока что. Ладно, я пойду, наверное, все возьму там, что есть. Я думаю, за сегодня я не пройду всю третью часть. Завтра, наверное, буду заканчивать, продолжать. Так, вставляем синий камень. Берем тут еще у трупа патроны на пистолет. Так, ну надо сходить за спреем. Берем спрей, ленту, двигаем стремянку. И дергаем рубильник. Открываем эти, как его, питание включаем. Стоп, а почему, мне кажется, вот тут текстура как-то, но неправильно выглядит. Сверху он, а снизу off. Хотя вот... А, нет, все правильно. Но рычаг, то есть на этой текстуре он уже включен. А вот здесь вот, когда я нажимаю, он на off выключен. Вот тут неправильно что-то. И да, вот он сейчас опять не изменился, то есть... Интересно. Так, такой вот недочет в этом HD-моде. Ну да ладно. Так, ну что, надо пойти, наверное, сохраниться и готовиться к третьей битве.
Так, возьму я тогда вот эти три спрея. Нет, три не буду брать, два возьму. Должно хватить. Ну и вооружаюсь дробовиком. Сохраняюсь. Так, лучше, наверное, не входить мне в этот инвентарь. Так, ну что ж, продолжаем. Убираем ленту. И идем драться с Немезисом. The Arcade Shops. Надпись на двери. Так, вот, кстати, за эту битву с ним я получу 3 спрея. После победы. Ну, тут я с Карлсом буду, будет полегче. Кстати, надо Карлса тоже как-то защищать, потому что если Карлс получит много урона, он умрет и будет гейм овер. Поднимаемся наверх. Ну и вот сейчас будет встреча. Да, вот он идет, но на сей раз я буду не в окно прыгать, а спрячемся сзади. Так, вот его немного взорвали. Так, можно взять с него чемоданчик вот этот, но подождем, пока он очнется, все же очухается. Ага. Давай, иди сюда. Он избивает нас обоих. Так, перезаряжаем дробаш. Да падай ты. Есть, упал. Так, Карлс там весь подбитый уже. Так, он встает. Лечимся. Так, он меня схватил. Нам, конечно, лучше в разные углы вставать было. Так, он за Карлсом пошел. Готов. Все. Ну что ж, 8 патронов еще остается. Чемодан мы с него взяли. Уходим отсюда. Теперь нам в любом случае надо идти в ресторан. Спускаемся вниз. Там сейчас зомбы, по-моему, будут у нас теперь в ресторане. Thank you.
Так, возьмем пистолет. Ну, вот этот можно убрать, вот эти одиночные спреи. Хотя, наверное, можно вообще убрать пока их. Следующая битва не так скоро будет. Так, вот берем кабель обязательно. Рукоятку ржавую. И пистолет. Порох пока не буду мешать. Так, берем еще ломик. Ну, пошли в ресторан. Там сейчас куча зомбов будет. Уйдет много патронов, конечно, опять. Но надо так надо. Так, лом у меня уже. Так, вот где они располагаются? По-моему, где-то здесь. Так, одного положили, второго положили, где-то третий у нас. Ну, неважно, он где-то там подальше будет. Открываем люк. И спускаемся вниз. Нам надо взять второй камень. Но тут у нас тоже толпа. Такая. Два или три, по-моему, я не помню. Три. Да. Хедшоты. А, вот, сработают. Всегда они срабатывают. Так, ну ладно, забираем зеленый гем. Больше, по-моему, тут ничего нету. У меня геймпад даже вибрирует здесь. Я раньше не знал этого. Вот я тут перемещаюсь, вибрация идет. Так, ну что ж, а теперь будем идти к трамваю. В эту сторону. Пускай там остались зомбы. Сюда мы уже не вернемся. Спускаемся вниз. Так, ну идем вставлять камушек. Сейчас у нас впереди тоже будут зомбы, по-моему. И, возможно, собаки. Ракун Сити Холл. Большие зеленые двери. Красивые. Так, эту дверь позже откроют. На обратном пути. Можно пойти сходить, в принципе, избавиться от этой ржавой рукоятки пока что. А с другой стороны... Смысла в этом немного. Но я все же схожу. Там может красная трава быть. Две красные. Но могут они быть также вроде на подстанции. Не, по-моему, там лежит, нет? Отсюда плохо вижу.
Да, здесь лежат две красные. Забираем их. Так, мы применяем здесь рукоятку. Отлично. Сюда вернемся позже, уже с инструментом. Ну а сейчас идем к трамваю, наверное. Хотя мне зеленые травы нужны. А, ну там вроде будут, да, там две как раз, по-моему. Так, здесь сейчас опять зомбы у нас. Встанут. А чё это они не встают, не понял. А вот встает. Пять выстрелов понадобилось. Так, этого вроде обойти можно. Но этот, конечно, этот встал. Лежать. Так, также вот тут на обратном пути еще из машины вылезет один. Так, вот здесь как раз мы сейчас возьмем две зеленые травы, по-моему. Лонсдейл Ярд. Хироки Ош Ниши. Что-то там. Так, ну, забираем, подбираем две зеленых, делаем себе две смеси. Продвигаемся дальше. Тут у нас либо сейчас либо зомбы, либо собаки. Как распорядиться рандом? Ага, собака, да? Можно две собаки. Взрываем нахрен бочку. И нет проблем. Так, подбираем патроны на дробовик вот у этого трупа. Сейчас впереди, по-моему, еще одна собака будет. Из огня. Или она на обратном пути уже будет? Да, она, наверное, уже на обратном. Так, ну что ж, добрели до трамвая. Заходим. Сейчас познакомимся с другими, с наемниками. Помимо Карлоса. Так, вставляем сюда этот кабель. Встретили Николая, теперь Михаила. Теперь будем составлять план эвакуации. Jill, put this on. Так, Карлос дает очень полезную вещь. Подсумок. 10 слотов у нас теперь. Так, берем, значит, этот как вот гаечный ключ. И выходим отсюда. Нам надо еще два предмета в этот трамвай принести, чтобы завести его. Так, а тут, наверное, сейчас песика. Ага. Ох, ух. Какой меткий выстрел, Джилл. Прям в яблочко. Не, все-таки классный вот этот пистолет Eagle 6.0. Криты прям, ну, частенько. И по собакам, и по зомбам.
Так, ну а теперь можно сходить сразу, в принципе, на заправку. Хотя там может быть порох. Здорово. Так, берем в машине порох Б еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было близко. Так. Ну да, еще один встал. Готов. Не, я, наверное, сейчас не унесу все. Наверное, надо пойти выложиться сперва. Так, и тут сейчас еще толпа зомбов будет. Я даже не знаю, как поступить. Может, даже дробашом выгодно было бы тут снести башни. Потому что их тут много как раз. Так, ну два патрона на троих, на четверых. По-моему, нормально. Три зеленки тут. Ну, это мило. Все равно не унесу я сейчас все сразу. Надо будет возвращаться. Так, ну ладно, сейчас я вернусь туда к сейв-руму. Выложим лишнее. Так, здесь потом еще будут у нас либо собаки, либо вороны. Из окна. И тут, по-моему, сейчас еще зомбы появятся. В этом проходе. Вновь. No! Ну так и есть. Криты перестали проходить вот сейчас. Ах ты тварь! Он укусил меня. Да, много я патронов сейчас потратил. Зачистил весь этот коридор опять. Все, нет у меня патронов. Можно, конечно, замутить. Так, ну заходим в комнату. Хранение. Убираем смеси пока что. Не нужны порох Б. Есть порох А, порох Б. Можно было бы для гранатомета оставить на будущее. Даже не знаю, так, траву тоже уберу. Зажигалка вроде не нужна пока. Отмычка не нужна. Так, ну пожалуй, отправлюсь я на заправку. Хотя тут, возможно, уже сейчас будут эти собаки, либо... Нет, я, наверное, сделаю патроны на пистолет, на дробовик еще. Правда, это немного совсем.
Ну хоть сколько-то будет. Так, кто-то, по-моему, сейчас вот тут был. Или не сейчас, видимо, позже. Ну ладно. Так, берем одну зеленку здесь. А, вот тут уже сразу зомбы попадали. Я и забыл про этот момент. Блин, ну я не знаю, как с тобой поступить. А, ну три пули. В принципе, нормально. Так, этот живой? Не, дохлый. Ну что ж, применяем здесь гаечный ключ. И заходим внутрь. Так, нету здесь пороха. Значит, на подстанции позже будет. Понятно. Джилл! Так, ну да, Карлс пришел к нам сюда. А если бы я выпрыгнул в окно тогда, при выборе, туда бы пришел Николай. Б, А, С. Сейчас будем тут крутить. Джилл! Ну да, иди, Карлс, воюй. Пока другим делом займемся. Берем спрей. Так, а. Д. С. АДЦ. Вот такая вот комбинация нам выпала из трех букв. Берем машинное масло. Ну и вроде бы все, выходим отсюда. Так, сейчас будет ролик. Все тут взорвется нахрен. Карлс убежал. Так, вот куда дальше отправляться? Тут интересно. Можно на подстанцию пойти. И, кстати, там даже можно встретить Немезис. Либо встретить его в другом месте, но позже. Я здесь еще, кстати, надо взять кое-что. Книгу у памятника мэра. Бронзовая книга. Так, патроны опять на исходе.
какая-то парикмахерская местная. Hair Time. Так, ну что ж, нам надо сейчас к этому, к фонтану идти. Нам нужно добыть батарею. А там потом эти еще мозгососы могут или трейдеймоны быть. Тут потратить придется. Но главное, что мы на подстанции возьмем гранатомет. Вот это вот. Очень круто. Так, берем вот это вот, как он называется-то, компас, бронзовый компас. Так, и надо этот компас обратно отнести к памятнику статуи мэра. Вот сейчас, возможно, уже эти либо вороны, либо собаки. Лучше, если бы это были вороны, я бы тогда смог уйти. Собаки хуже, как по мне. Все-таки собаки. Ауч. Охренеть. Так, ну надо добивать пистолетом. Есть. Минус башка. Ну что ж, несем компас в руки статуи. И мэр нам дает батарейку. Можно пойти активировать лифт. Таким образом добраться до подстанции. Католик Студент Центр. Католический студенческий центр какой-то. Ничего себе. Эти надписи интересно вот почитать тут. Новое что-то узнать для себя. Так, пороха у меня нету, а там зомбы впереди будут. Как быть? Так, кстати, машина это можно убрать. Масло пока. Мне потому что еще присадку для него надо будет потом в офисе продаж добывать. Так, ну сохраняться я, наверное, пока не буду, хотя... Нет, сохранюсь потом. Может быть, закончить на этом серию.
Да, наверное, на этом моменте закончу вторую серию. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каисов. Всем удачи. Услышимся в следующих сериях. Всем пока.